Отлично! С твоей помощью друзья справились с работой вовремя. Какая неудача! Время истекло. Тебе надо было... Собери картинку. Фрагменты картинки перемешаны. Расставь их по местам и узнай, что делают смешарики.
Отлично! Картинка собрана. Оказывается, друзья вывозят собранный урожай, и им нужна твоя помощь. Морковка. Нет. Яблоко. Свекла. Тыква. Капуста. Груша. Кабачок. Арбуз. Репка. Яблоко. Яблоко. Груша. Яблоко. Репка. Не годится. Нет. Кабачок. Кабачок. Капуста. Капуста. Арбуз. Капуста. Не годится. Репка. Какая неудача! Не успели. Давай попробуем еще раз. Собрать овощи. Сложи в тележку ежика овощи и фрукты, которые перечисляет лосяш. Только ничего не перепутай. Морковка. Яблоко. Свекла. Тыква. Нет. Капуста. Груша. Кабачок. Арбуз. Репка. Морковка. Капуста. Яблоко. Яблоко. Свекла. Капуста. Кабачок. Капуста. Кабачок. Яблоко. Груша. Репка. Груша. Какая неудача! Не успели. Давай попробуем еще. Собрать овощи. Сложи в тележку ежика овощи и фрукты, которые перечисляет лосяш. Только ничего не перепутай. Морковка. Яблоко. Свекла. Тыква.
капуста, груша, кабачок, арбуз, репка, капуста, груша, нет, капуста, яблоко, репка, репка, свекла, яблоко, кабачок, яблоко, капуста, тыква, не то, кабачок, не годится, арбуз, груша, морковка. Отлично! Овощи и фрукты правильно сложены и вовремя вывезены. Молодец! Собери картинку. Собери картинку из кусочков, чтобы узнать, кто сидит на дереве. Отлично! На дереве сидят Копатыч и Лосяш, и похоже, что им нужна твоя помощь. Собери сливы. Желтыми сливами надо наполнить корзинку, а синими накормить Копатыча. Справишься? Синяя слива нам не нужна. Синяя слива нам не нужна. Нельзя съесть. Нельзя съесть. Отлично! Сливы собраны. И Копатыч доволен, и корзинка полная. Собери картинку. Расставь кусочки картинки по местам, чтобы узнать, чем занят Лосяш. Thank you.
Отлично! Похоже, из собранного урожая лосяш пытается выбрать самые лучшие овощи. Поможешь ему? Хорошо. Хорошо. Отлично. Хорошо. Отлично. Хорошо. Отлично. Ты выбрал для лосяша самые лучшие ингредиенты. Молодец. Собери картинку. Собери картинку и узнай, чем еще надо помочь лосяшу. Thank you.
Какая неудача! Собери картинку. Собери картинку и узнай, чем еще надо помочь Лосяшу. Отлично! Картинка собрана. Кажется, Лосяшу надо помочь с чисткой овощей. Чистка овощей. Помоги Лосяшу почистить овощи. Для этого аккуратно срезай кожицу ножом. Какая неудача! Время кончилось. Попробуем еще раз. Чистка овощей. Помоги Лосяшу почистить овощи. Для... Thank you.
Машина! Здорово! Отлично! Ты превосходно справился! Что у нас там дальше? Собери картинку. На картинке опять лосяш? Собери картинку, чтобы узнать, чем он занят. Отлично! Теперь видно, что лосяш собирается резать овощи. Иначе зачем ему такой большой нож? Нарезка овощей. Помоги лосяшу нарезать овощи. Чтобы это сделать, быстро проводи пальцем по вылетающему овощу. Какая неудача! Слишком много промахов. Так не годится. Нарезка овощей. Какая неудача! Нарезка. Отлично! Смотрите, как наши ингредиенты аппетитно переливаются свежим соком.
Бери картинку. Расставь кусочки картинки по местам и узнай, что будет дальше. Какая неудача! Время кончилось, а картинка не собрана. Попробуем еще раз. Собери картинку. Расставь кусочки картинки по местам и узнай, что будет дальше. Отлично! Картинка собрана. Пришло время жарить, варить и тушить. Готовка. Чтобы приготовить правильное блюдо, надо правильно поддерживать огонь. Справишься? Какая неудача! Огонь был... Готовка. Чтобы приготовить правильное блюдо, надо правильно поддерживать огонь. Справишься?
Какая неудача! Огонь был... Готовка. Чтобы приготовить правильное блюдо, надо правильно поддерживать огонь. Справишься? Какая неудача! Готов! Отлично! Блюда готовы. Все проварилось и прожарилось правильно. И ничего не подгорело. Собери картинку. Собери картинку, чтобы посмотреть, что удалось приготовить вам с лосяшем. Thank you.
какая неудача! Собери. Отлично! Блюда выглядят очень аппетитно. А теперь пора за стол. Какая неудача! Обед слишком затянулся, и все блюда остыли и стали невкусными. Попробуем еще раз. Обед. Лосяш приготовил для каждого из друзей отдельные блюда. Накорми Копатыча, Кроша и Ежика тем, что они хотят. Thank you.
отлично. Наконец, друзья сытые и довольны. Бери картинку. Собери из кусочков картинку, чтобы узнать, чем закончился обед у Лосяша. Отлично! Картинка собрана. И похоже, что Копатыч оказался самым благодарным едоком.